Конечная остановка – второй Форштадтский пляж. И вовсе не для того, чтобы устроить пикник. Больше 100 студентов ОГУ – участники общегородской акции «Уралу – чистые берега». Большинство наших горожан присоединились к этой акции и сделали так, чтобы наш город – и наши берега, наши реки Урал стали еще чище. На генеральную уборку прибрежных зон после летнего отдыха вышли около 2000 неравнодушных оренбуржцев. Они очистят берега не только Урала, но и Сакмары, а также водоемов областного центра. Акция проводится второй год, и число желающих спасти реки увеличивается. Постоянные участники – студенты ОГУ. Представьте, вы здесь собираете мусор. А кто-то собирает мусор там, где вы любите отдыхать. Если вы сегодня подняли банку здесь жестяную, то в следующее лето вы не порезались там. Ребята выполняют большую работу. У нас должен быть заполнен целый самосвал. Каждому розданы перчатки, пакеты, чтобы мы выполнили большую работу по очистке территории большой. Эта акция очень важна для окружающей среды нашего региона. В принципе, это видно, то, что люди стремятся к чистоте нашей области. Молодежь тем самым учится поддерживать чистую, поддерживать чистоту в нашем городе, приучаться к какому-то физическому труду, и потом далее последует это для всех уроком. Если кто-то поедет на природу, все соберут это все мирно, весь мусор в пакеты и заберут это с собой. Ну, я думаю, что хоть у кого-то проснется совесть, там, если один человек поймет, что лучше собрать и выбросить, чтобы потом самому было приятно отдыхать, это уже хорошо. Я думаю, что наши студенты, вот, которые сегодня участвуют в этом субботнике, да, они действительно уже мусорить не будут. Студенты, возможно, не будут, а вот отдыхающие. Горы отходов исчезают на глазах. Несколько часов, и пляж сверкает чистотой. После ударной работы вкусные пирожки с горячим чаем. ...29 огромных самосвалов. Итог акции «Уралу – чистые берега». Один – заслуга ОГУ.